девушки придут и уберут, а мы сейчас мешки будем большие убирать. Мы пошли на стратегические дела. Девушки-юноши пенсионного возраста – это экипаж экологического десанта. Он высадился сегодня в поселке Кувшиново. Стратегический объект – Михальцевская роща. Личный состав – 30 человек. Задача – убрать весь мусор в лесу и высадить небольшую аллею. Боевой дух команды, несмотря на пасмурную погоду, поддерживает воспоминания о прошлом. Я очень давно здесь не была. Наверное, уже очень-очень много лет, когда еще ребятишки у меня были маленькие. И вот мне очень хотелось посмотреть, как теперь здесь. И хотелось, чтобы здесь было так же, как было тогда. Вот, пожалуй, да. И подышать свежим воздухом. Теперь роща станет еще красивее. Будущим поколениям ветераны оставили в наследство 10 молодых лип. И очистили Михальцевскую рощу в Кувшиново, собрав 15 мешков мусора. А после субботника ветеранов ждали в Кувшиновском доме культуры. Там гостей встретят застольем и творческими номерами. Активисты заботы в долгу тоже не останутся. Отработаем, устроим концерт. Так что все хорошо. Главное, чтобы была чистота. И чистоту навести, и песни попеть. Именно благодаря активности вологодских ветеранов Центр «Забота» в этом году смог выиграть грант конкурса «Активное поколение», организованного фондом Елены и Геннадия Тимченко. На грантовые средства в размере 150 тысяч рублей ветераны и проводят такие экологические выезды и творческие встречи. Вот таких выездов будет больше, именно с такой миссией не только петь и писать, но и нести что-то доброе в районы нашего города, за пределы нашего города и делать мир чище, красивее и дружнее. У нас запланировано на середину ноября в поселок Шексна. Там пройдет и конкурсная, в том числе, программа «Лучше всех» с участием и коллективов культурно-досугового центра «Забота», и, надеемся, при поддержке коллективов поселка Шексна. Еще один творческий выезд в рамках гранта запланирован в Сямжу. А за лето пенсионеры уже побывали с концертной программой в селе Бабушкино и провели экологический слет в Федотово, где высадили 55 кленов. Ангелина Евстафеева, Михаил Прищев, Вологда РФ.